Уважаемый Николай Николаевич, уважаемые сотрудники Фонда сохранения этнокультурного наследия имени ученого Николая Николаевича Миклуха-Маклая, от имени Русского дома в Куала-Лумпуре, ранее известного как Российский центр науки и культуры, мы поздравляем вас со 175-летием со дня рождения выдающегося ученого, путешественника, имя которого известно далеко-далеко за пределами России. И мы очень рады, что в Малайзии память об ученом мы сохраняем вместе. Благодарим вас за плодотворное сотрудничество и желаем реализации намеченных планов.